Томат «Соседская зависть». Просили продегустировать. Вот, еще раз я напомню, растет у меня 3 кустика в 2 ствола. Очень хорошо завязывает. Томат «Соседская зависть». Вот, посажен 22 марта. Взошел, всходил долго, 10 дней. Взошел только 2 апреля. В конце мая я его посадила в теплицу. Высадила рассадой в конце мая. Ну и хочу сказать, что он хорошо завязал. Рос очень ровненько. Красивые у него листья, красивые кусты. Без всяких проблем завязывает кисточки. Ну и просили продегустировать. Догнал те томаты, которые были посажены, посеяны в начале марта и высажены в начале мая. Вот он их догнал. И вот так дружно кисточки спеют. Но просили продегустировать. Вот сейчас самый спелый томатик сорвем. Вот. И пойдем домой, продегустируем. Пока мне все нравится. Красивый, урожайный, скороспелый. Если его посадить чуть пораньше, в середине марта, он давно-давно уже давал бы плоды. Вот. Вот такой он. Урожайный. Кустик невысокий, хочу сказать. Ну, 1,70 м, может быть. Я его, правда, завершковала. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кистей завязал. Вот последняя вот такая мелкая. И вот на этом тоже мелкая. 10. На невысоком кустике. То есть быстро, хорошо вяжет. Пока мне нравится. Пока я его еще не пробовала. Сейчас пойдем попробуем, продегустируем. Вот такие у него полные кисти. Так, сколько тут? 24, 5. А, здесь 5, 10, 11. 11 вот неразвитый какой-то. Ну, хороший. Здесь еще больше. Здесь вот вообще кисть шикарная. Внизу на 3-м кустике тоже поспевает. В общем, пока мне нравится. Единственное, что как на вкус. Но это гибрид. Пойдемте попробуем. Я его даже не мыла. Сейчас. Серединка белая. Ну, может, ему еще надо повисеть, поспеть. Смотрите, какой сочный. Мне нравится. Мне нравится. Нисколько не кислый. Ему надо еще немножко повисеть. Нисколько не кислый, не жесткий, сочный, мягкий. Шкурка толстовата, да. Во всяком случае, 100 раз лучше магазинных. Это раз. И такой же, как от партнера Любаша, Верочка, Софа. Вот эти вот, они дорогущие, невозможно семена. Вот, они такие же урожайные. И по вкусу он даже намного лучше. То есть мне нравится. Я соседскую зависть сажать буду. Хотя бы пару кустиков. Очень хорошие на заготовке. На соки. То есть на маринование, на соление. Мне понравился. Не знаю, написали, что попробуйте ваше мнение. Мне понравился очень вкусный томат. Нисколько не кислый. Очень хороший. Вкусный томатик. Вкусный. Вкусный. Шкурка толстовата, да. Шкурку вот я выплюнула. А томат обалденно вкусный. В салаты он пойдет изумительно мягкий, сочный. Не сказала бы я прям, что сладкий, приторный, но не кислый совсем. Хороший томат, настоящий. Лучше магазинных 100 раз.